Зима – это опасный период времени для людей, для получения травм. Очень высокий риск получить травму на льду, возле дома, на работе, у кинотеатра. И я вам сегодня расскажу, что делать, если вы упали возле дома. Например, вы выходите из дома, на крыльце у подъезда падаете. Падаете не потому, что споткнулись, а потому, что было скользко. Что нужно сделать в этом случае? Нужно в обязательном порядке вызвать скорую. Скорая должна зафиксировать, все ли с вами в порядке. Может быть, вы получили закрытый перелом, может быть, это трещина. Вы можете сейчас не увидеть, встать и пойти дальше, а через день обнаружить, что у вас опухоль на ноге, например. Да, обязательно вызывайте скорую. Нужно зафиксировать тот факт, что в данный момент времени именно здесь вы получили травму. Далее обратиться к свидетелям. Если кто-то увидел и стал свидетелем вашего падения, попросите номер телефона. Да. Попросите возможность далее позвонить ему, и чтобы он смог подтвердить тот факт, что именно здесь вы упали, именно от того, что подскользнулись, упали. Следующий порядок – проходите лечение. Как только скорая вас отпустила, сказала, что все хорошо, трещин нет, переломов нет, вы проходите лечение у терапевта. Терапевт делает заключение, какое лечение вы прошли. Впоследствии вы должны будете получить документ, который будет обосновывать все ваше лечение, то есть выдать вам заключение, какой степени вред вы получили. Это может быть легкий, средний или тяжкий. И только после этого вы пишете претензию. То есть вы вот упали, обратились в скорую, собрали все сведения, получили заключение о характере вреда здоровью и только потом написали претензию к виновнику. Кто будет виновником вашего падения? Естественно, если это многоквартирный дом, это управляющая компания. Именно туда вы пишете претензию. Прошу возместить расходы на лечение, моральный вред за то, что я упала, а вы не почистили, например, крыльцо. И управляющая компания должна будет вам компенсировать не только моральный вред, не только расходы на лечение, но и утраченный заработок. Допустим, вы работаете там кассиром, средняя зарплата у вас 20 тысяч рублей в месяц, не смогли работать 2 месяца. Вы сможете взыскать с виновника вашего падения плюс-минус 40 тысяч рублей. То есть на усмотрение суда. Но средний утраченный заработок вы можете взыскать. Такие случаи могут произойти где угодно, не только рядом с вашим домом. Это может быть остановка общественного транспорта, кинотеатр или магазин. В таких случаях вы также имеете право получить компенсацию. Нужно только выяснить, кто обслуживает данную территорию. Если это магазин, то ответственность понесет магазин. Если это был кинотеатр, то претензии вы направляете к кинотеатру, то есть к юридическому лицу, на которого зарегистрировано право собственности на это помещение. А если это была остановка общественного транспорта, то вы здесь привлекаете администрацию района, например, в центральном округе, администрация центрального округа, и департамент городского хозяйства, который должен соблюдать за чистотой и порядком на остановках.